Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Кудрявцев Михаил и я, Дучак Татьяна, специально для канала Dance With Me. Мы расскажем вам сегодня 5 золотых правил взаимодействия, 5 правил для партнеров и 5 правил для партнерш. Первое правило для мужиков звучит приблизительно следующим образом. Когда вы взяли свою очаровательную партнершу, сформировали замочек, то вам просто жизнь необходимо демонстрировать большим пальцем, что она у вас самая лучшая, то есть фактически показывать класс. Почему это важно? В пылу страсти вы безумно любите палец класть сверху и нажимать с такой силой, что потом у партнерши возникает гематома. Мы так не делаем. Большой палец наверху. Первое правило для партнерши, как ни странно, звучит одним словом – ждать. Это очень важно. Ждать взаимодействия, ждать решения, когда партнер решит, что же мы будем делать. Ждать, пока он услышит музыку, когда он поймает заветный счет раз и начнет двигаться. Партнерша спокойненько входит в режим ожидания, улыбается и ждет, пока партнер поведет ее на все прекрасные элементы хастла. Второе правило для партнеров. Ваша задача, мужики, во время исполнения любой хореографии стремится центр ротации к своей очаровательной. Например, на кросс американки это достаточно наглядно видно. Представим, что во время этого движения я хочу, чтобы мой пупок перманентно был в сторону партнерши. Тогда американка будет выглядеть вот таким вот образом. Если я решу, что это какая-то чушь, и гульну центр ротации, тогда этот же элемент может уже выглядеть вот так. Надеюсь, вы, посмотрев такое исполнение, понимаете, что второй вариант, а первый – то, что надо. Дорогие партнерши, у партнеров очень много самых разнообразных и сложных задач в процессе танца. И не всегда процессор справляется с этими задачами одновременно. Поэтому иногда происходят слеты по коннекшену, разрывы, потери и так далее. Задача партнерши – спокойно, без паники восстановить коннекшен. Например, в самом простом варианте, если вы где-то там запутались в руках, непонятно, что там происходит, ваша задача – из вот этой непонятной ситуации собраться, развернуться к партнеру и уйти в натяжение. То есть в направлении слота вы создаете натяжение, и все, у нас взаимодействие восстановилось, партнер может как бы перевернуть этот лист и начать все с чистого листа. Ну что, вот мы и подобрались к третьему правилу. Уважаемые партнеры, ваша задача всегда, услышьте меня, всегда передавать партнерше информацию первичную из-за такта. Если вы хотите, чтобы, например, в счет раз она сделала движение вперед, значит еще в 4И или даже в 4ИА проинформировать ее об этом желании. Тогда ваша хореография и хореография вашей партнерши будет реализована синхронно, а не так, что сначала пошли вы, а потом она. Дорогие партнерши, всегда, когда вы не знаете, куда девать вашу свободную руку, лучшее решение – это поставить ее в рамочку. Например, внутри всех вращений партнерша свободную руку ставит в рамочку. Почему? Потому что эта рука может пригодиться партнеру. Например, если у меня рука здесь внизу, эта рука начинает вот тут мешать. Если же рука у меня наверху, партнер может ее, например, забрать и повести на следующий элемент. Итак, четвертое правило для мужиков. Когда вы осуществляете любую хореографию, проверяйте, что слот, по которому вы собираетесь двигаться дальше, свободен, и там нет партнерши. Тогда ваша хореография, а точнее ее последовательность, будет логична, понятна, комфортна. Приведу пример. Посмотрите. Если я завожу партнершу в раскрытие и во время раскрытия остаюсь на заднем слоту, то я имею полное право двигаться по нему вправо или же
вести партнершу к себе по ее слоту. И мне комфортно, партнерше комфортно. А теперь смотрите, я взял и во время раскрытия вышел на ее слот. И мне захотелось пойти вправо, я ее убил. Я захотел ее повести влево, и она впечаталась в меня. Хотя есть отдельная хореография, например, вот такая, которая изначально подразумевает такие слоты. Поэтому ваша задача, мужики, следить, что в зависимости от слота ваша тальная хореография должна быть от головы, а не по принципу «и так пойдет». Издревле женщина являлась хранительницей очага, а в хасле девушка – хранительница контакта. Имейте в виду, что когда партнер куда-нибудь положил ее руку, например, к себе на корпус, теперь эта точка контакта должна сохраняться до тех пор, пока партнер ее сам не разорвет. Например, может забрать руку. Но пока это здесь, он может в этой точке елозить, вращаться, делать все, что угодно. Перемещаться туда, перемещаться в другую сторону. Партнерша сохраняет контакт по принципу магнитика. А также партнерша всегда сохраняет хваты. Нельзя партнерша самостоятельно взять и поменять хват. За это отвечает как раз партнер. А партнерша отвечает за то, чтобы вот если у нее есть рука, да, она ничего не делает, просто сохраняет свою позицию. Если партнеру надо, он перехватится сам. Как видите, я ничего не делаю. Вот мы и добрались до пятого правила. И здесь, мужики, немножко о нашей боли. Если вы взяли партнершу, начинаете с ней осуществлять то или иное действие, понимаете, что она сегодня нормальный танец реализовывать не готова. Но, например, уже до вашего танца немножко отметила ту или иную победу. Тогда использовать классический хват без возможности ввести за эти руки, там, например, ну прям макаронины, не позволяет возможным, а сказать ей после двух восьмерок, что «дорогая, я не хочу больше продолжать, но это как-то некрасиво», тогда используйте максимально в своей хореографии первое – рамочное взаимодействие, а второе – используйте как можно больше действий, где вы ведете партнершу за ее корпус. Как говорится, она не может взять и свой корпус оторвать от всего остального тела, а вот руки, например, может. Поэтому будьте аккуратны в такой партнерше, дотанцуйте с ней до конца танца и после этого проводите на ее законное место. И пятое правило для партнерши называется правилом хот-дога. Смысл его очень простой. Во всех базовых сменах и базовых элементах партнерша у нас сохраняет свой слот и двигается абсолютно ровно. А партнер обходит с одной либо с другой стороны партнершу. Это легко себе представить как раз в форме хот-дога. Вы в серединке хот-дога представляете, вот, да? Там находится сосисочка, а по бокам этой сосисочки булочки. Так вот, сосисочка для девочек, а булочки для партнеров. Вот и подошел к концу этот ролик, а это значит, что пора написать свои мысли в комментариях и обязательно поставить лайк, подписаться на канал и сделать дзынь-дзынь, ведь колокольчик позволит вам не пропускать все наши новые выпуски, а ведь они уже совсем скоро будут на этом канале. Ну а с вами была Татьяна Дучак, Михаил Кудрявцев, а мы не прощаемся. Мы вас любим!